Строительство дорог в Нижнем Новгороде обещают взять под более сильный контроль. Центр лабораторных испытаний закупил новое оборудование, которое позволит контролировать качество дорожного покрытия. Сегодня центр посетил мэр города Юрий Шалабаев. Это оборудование именно для того, чтобы максимально проверить весь спектр испытаний, которые необходимы для евросмесей, которые сейчас уже широко используются в ремонте дорог нашего города. Готовят сначала образцы, повторяя все те действия, которые подрядчик именно катком или другими оборудованиями должен уложить асфальтовое покрытие. А потом это покрытие в течение 20 тысяч проходов определенного колеса имитирует движение автотранспорта на этом участке дороги. Колесо производит вот эти 20 тысяч проездов, проходов, и смотрим, какая все-таки возможная колея появилась после этих действий. Если она соответствует ГОСТ, производится оплата труда. Если нет, ну, естественно, значит, выставляются определенные требования, и подрядная организация этот некачественный участок переделывает. Оборудование достаточно дорогостоящее, но, тем не менее, экономически выгодно вложиться в это оборудование для того, чтобы потом не возвращаться к ремонту автомобильных дорог в случае нарушения порядка производства работы, в случае какого-то некачественного материала, который используется. Да? Начаты уже работы на Нижневолжской набережной, Южное шоссе, Автозаводский район, проспект Ильича, Волочильная, Гвоздильная, Мариса Терезы, улица Ульянова, улица Ларина. По остальным объектам в ближайшее время будем приступать. Большой объем работ в этом году. Участки большие, протяженные.